Тюменские врачи освоили закрытые операции на плече. Раньше их в области проводили открытым способом, либо отправляли пациентов в другие города. Специалисты из Екатеринбурга и Москвы познакомили наших хирургов с новой методикой – артроскопии. Операция проводится без разрезов с помощью небольших проколов. Через них в полость сустава вводится тонкий оптический прибор, который позволяет рассмотреть сустав изнутри и провести необходимое вмешательство. Таких пациентов в нашем городе большое количество и области, и эту помощь нужно будет оказывать в более расширенном уже масштабе. Таких пациентов в год приблизительно 100-120 человек. Кроме того, были проведены две показательные операции на поврежденном коленном суставе спортсменов. Современная методика позволяет избежать осложнений, и это не единственный плюс. Малоинвазивность, быстрая активизация пациента, быстрое возвращение в спорт и минимизирование риска рецидива повреждения.